Кустанай, по данным главы областного центра, за последние два года выявлено 73 неиспользованных земельных участка на 93 гектара. Управление государственного архитектурно-строительного контроля, отметил Базыл Жакупов, наложило по ним почти 6 миллионов тенге штрафов. Но строить на них так и не стали. Данные земельные участки выделялись и приобретались для коммерческих целей, а в итоге какого-либо потенциала в настоящее время не дают. Большинство из них огорожены, однако строительство по сей день не осуществляется. Приведу одни из самых ярких примеров нарушения. Таиров Сабыр Шашевич, земельный участок уголь Карбышева, Челябинска, представлен в 2004 году. Бурдуке Ирина Анатольевна, улица Карбышева напротив Кустанайского автовокзала, предоставлен в 2007 году. То Экосан, улица Воинов-Интернационалистов, представлен в 2006 году. Всего в Кустанайской области в прошлом году выявили 86 таких участков под бизнес на 178 гектарах. 32 землепользователя нарушения в этом году уже устранили, а судьба 8 участков на 75 гектарах решается в суде. Большая часть таких земель находится в Кустанайском районе вблизи села Мичуринское, а в самом Кустанае в районе промзоны и узкой колеи. Проблемных участков, отмечают эксперты, в центральных районах Кустаная немного. Один из них на пересечении улиц Карбышева-Гвардейская. По нему мы тоже отработали, мы его сняли с контроля. В связи там у него, у этого участка интересная судьба. Его когда человек получил, там было цокольное и, по-моему, почти первый этаж был. Он получил, разобрал первый этаж до цокольного и ничего не делал. Потом, когда мы ему проверку провели, предписание дали, он начал шевелиться, у него не получилось, потому что по практически вот тому незавершенному строительству посередине вдоль вот так проходит красная линия. Ему, ну, он такой достался уже, а теперь, когда по новым требованиям, он не может исполнить наши предписания. Судьба этого участка, по словам Габдыгалима Макзумова, окончательно решится уже в 2018 году. Сейчас хозяин готовит на него специальные документы. Кстати, в этом году управлением в Кустанае было выявлено еще 20 участков на 15 гектарах. На исправление ситуации владельцам дали еще один год, а также предусмотрели увеличение земельного налога в 10 раз. Диара Ахметчин, Манарбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН.